Петрозаводске от удара молнии загорелся троллейбус. Карельский Минздрав не досчитался 8 миллионов рублей на приобретение лекарств для ВИЧ-инфицированных. Стараниями пермского художника кузнец Илмаринин превратился в Деву Севера. Добрый вечер, в эфире новости, в студии Алена Сянзи. Ночью в центральной, восточной и западной части Карелии бушевала гроза с громом и молниями. В Прянежском, Медвежегорском и Сартовальском районах вышли из строя 5 линий электропередач. Как сообщают в Прянежской сетевой компании, поврежденные сети уже восстановлены. В карельской столице молния попала прямо в троллейбус. Транспортное средство сгорело дотла и восстановлению не подлежит. К счастью, обошлось без жертв. Как сообщают синоптики, в ночь с 20 на 21 июля в Петрозаводске выпала треть месячной нормы осадков. В карельской столице затопило Онежскую набережную, в реки и озера превратились городские улицы и дворы. Молнии били по Лососинскому шоссе, Солашгоре, Пятому поселку, Куковке, Галиковке и даже по городскому центру. Одна угодила прямо в троллейбус. В 22 часа 45 минут рогатый выруливал на площадь Гагарина с улицы Шотмана. Удар запечатлела камера видеорегистратора. Ой, там вообще там прямо вот тут. Ё-моё! Автобус загорелся. Троллейбус. Помимо. Троллейбус вспыхнул буквально в считанные секунды. К счастью, немногочисленные пассажиры успели покинуть салон. Все, дотла. Как рассказала водитель Элина Кубасова, в ее жизни это уже второй сгоревший троллейбус. Первый полыхнул 6 лет назад на улице Красноармейской. Судьба. Все очень быстро произошло, даже не успела ничего запомнить. Вспышка яркая прилетела, прилетела в кабине. Потом загорелся троллейбус. У меня уж не первый горит троллейбус. Вот, поэтому уже маленько есть навыки. По словам директора троллейбусного управления Максима Лунькова, транспорт восстановлению не подлежит. То, что будет возможно использовать в дальнейшем, будет использовано, но оставшийся металл будет сдан. Как уверяют в мэрии, на сегодняшний день все последствия разгула стихии ликвидированы. Затопленные улицы подсохли, 7 вышедших из строя светофорных объектов удалось починить. Правда, непогода помешала триумфальному возвращению горячей воды в дома жителей городского центра и Октябрьского проспекта. Благо цивилизации обещали вернуть вчера вечером. Не вышло. Значит, где-то система у нас дает сбой, что не до конца исполняется договоренность, в том числе письменная. В петрозаводских коммунальных системах сообщили, что сегодня вечером горяченькое все-таки пойдет, если опять не грянет гром. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Кандидат в депутаты Государственной Думы Валентина Пивненко подала документы на выдвижение в окружную избирательную комиссию Республики Карелия. Сегодня ЦИК Карелии приняла документы о выдвижении Валентины Пивненко как кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Карельскому одномандатному избирательному округу номер 17, выдвинутого политической партией «Единая Россия». Таким образом, Валентина Пивненко фактически дала старт своей избирательной кампании. Хотелось бы пожелать, чтобы выборная кампания была честной, чтобы выборная кампания была не на основе популизма и обещаний, которые никогда, может быть, не смогут быть выполнены или выполнены в очень отдаленный период. Речь идет о предстоящем 5-летнем временном отрезке. И поэтому хотелось бы пожелать, чтобы каждый кандидат, который будет участвовать в выборной кампании, он действительно, встречаясь со своими избирателями, предлагал те проекты и программы, которые он сам может в период избирательного цикла и в период работы в Государственной Думе решить. Минимальная заработная плата должна быть не менее 20 тысяч рублей, а максимальная – не более 200, заявил депутат Госдумы России Владимир Жириновский, выступая на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов». Снижение разницы в доходах, по словам парламентария, должна снизить социальную напряженность в обществе. Сегодня минимальная заработная плата 7,5 тысяч рублей, а верхнего предела просто не существует. Разница между богатыми и бедными в России в среднем достигает 100 раз, а не должна превышать 10. Снижение верхней планки доходов возможно добиться введением прогрессивного налога на сверхприбыли, считает депутат Государственной Думы Владимир Жириновский. Вот мы предложили конкретно что? Максимальная зарплата 200 тысяч, минимальная 20 тысяч. Чтобы у нас не было
кто получает 5 тысяч, 7, 10, 20 тысяч, первый рабочий день начался. И самое большое 200. А сверхдоходы 80% доход бюджета. И миллион заработал, 800 тысяч доход бюджета, остается опять 200. Рост социальной напряженности неизбежно влечет за собой социальный взрыв. Одной из мер для снятия напряжения и восстановления справедливости, по мнению Владимира Жириновского, станет пересмотр итогов приватизации 91 и 95 годов. Но это не мы с вами просили. Никто не бегал, не требовал перестройку давать. Как отвечают те, кто начали перестройку. Они и начали для того, чтобы стать богатыми. И сверхбогатыми. Нельзя, предупреждает Жириновский, продолжать раздражать большинство общества. Конечно, неприлично гулять где-то на прополую, неприлично говорить, что у тебя квартиры по 600 метров, но что поделать? Русская душа хочет праздника. Вот этот праздник у них есть, но он закончится неплачевно. Правительство страны урезало затраты на лекарства для ВИЧ-инфицированных. Сокращение финансирования на препараты в разных регионах будет урезано от 10 до 30%. При этом, по данным портала «Газета.ру», Россия в 2015 году обогнала по росту числа заболевших ряд африканских стран. На борьбу с вирусом не хватает средств. Уже в этом году в Карелии республиканский Минздрав недосчитался 8 миллионов рублей. Чем грозят возможные сбои в поставках лекарств для ВИЧ-инфицированных? И как чиновники министерства планируют не допустить этих перебоев? Материал Александра Гнетнева. В прошлом году Карелия получила чуть более 37 миллионов рублей на препараты для ВИЧ-инфицированных. В этом году в распоряжении Минздрава уже 29 миллионов на те же цели. Количество нуждающихся в лечении каждый год увеличивается, денег выделяют меньше, цены на препараты растут. Ну, тут простая арифметика довольно-таки. Андрей Скворцов, житель Петербурга, активист движения «Пациентский контроль», не скрывает свой статус. Он ВИЧ-инфицирован и 8 лет проходит терапию. Лекарства принимают ежедневно в одно и то же время суток. Перебои недопустимы, курс рассчитан на всю жизнь. Если допустить сбой, вирус начнет разрушать носителя. Риск передачи вируса при этом тоже увеличивается. Перебои с поставкой лекарств, вызванные дефицитом финансирования, могут привести к эпидемии. Да, определенное, скажем так, напряжение есть, определенное напряжение есть. Но конкретно сказать, что кто-то останется без лекарственных препаратов, я сейчас не могу, и мы сделаем все возможное, чтобы таких людей просто не осталось. Карельский Минздрав обещает не допустить перебоев в поставках. Говорят, у них есть запас препаратов. Чиновники обещают экономить, закупая отечественные аналоги лекарств. Если мы как бы официально заявляем там и на мировой арене, и в России о том, что мы собираемся бороться с эпидемией, вот на фоне таких громких заявлений мы не выдаем препараты ВИЧ-инфицированным. В Карелии 468 ВИЧ-инфицированных получают бесплатные лекарства. Еще как минимум 40% уже выявленных больных отказываются от терапии. Множество людей не знают о том, что инфицированы. В республиканском Минздраве сообщают, что аукционы на закупку медикаментов для ВИЧ-инфицированных только начались. Торги закончатся осенью. Именно тогда и станет окончательно ясно, хватило ли Карелии выделенных федеральным центром 29 миллионов рублей на борьбу с опасным вирусом. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Известный пермский уличный художник завершил свою работу в Петрозаводске. 2 года Александр Жунёв работал над картиной, посвященной знаменитому эпосу «Калевала». За превращением кузнеца Илмаринина в Деву Севера наблюдала Эвелина Логинова. На этой неделе жители города увидели сразу 2 рисунка на фасаде кинотеатра «Калевала», выполненных в формате 3D. Кузнец Илмаринин, который с прошлого лета радует взгляд петрозаводчан, плавно превращается теперь в красавицу Похилы. Деву Севера пермский художник рисовал со своей жены, а прообразом кузнеца стал сам художник. Ну, Илмаринин я тоже себя делал, потому что мне тоже нужно было определенное положение, которое я не смог найти. Основной проблемой стал масштаб рисунка. Виден он полностью только под определенным углом. Рисунок складывался из нескольких этапов. Сначала разметка наносится с помощью проектора, затем вручную с маркером и линейкой, и только потом начинается раскрашивание краской. Складывалось только со 100 метров от стены, и поэтому нужно было, по идее, 2 людей. Глаза в 100 метрах от стены, а руки делают на самой стене.
Спешите видеть своеобразный образ семьи. Рисунок выполнен водоэмульсионной краской, и как долго он простоит при капризной карельской погоде, предсказать не может никто. Эвелина Логинова, Александр Борисов, телеканал «Ника Плюс». Это все новости на сегодня. Вас еще ждет рекламная информация. А я, Алена Сянти, прощаюсь с вами и желаю всего доброго. Елатомский приборный завод – известный производитель аппаратов медицинского назначения для лечебно-профилактических учреждений и домашнего пользования. В июле 2016 года начал сотрудничество с аптечной сетью «Сердце Карелии». Спешим поделиться своей новостью. У нас в продаже появился прибор «Алмак-01». «Алмак-01» успешно прошел клинические испытания в клиниках Российской Федерации. К нему прилагается подробная инструкция с картинками, как и куда прикладывать магнитные индукторы. «Алмак-01» действует магнитным бегущим импульсным полем, может помочь снять отеки, воспаление, снизить количество лекарств. Благодаря его гибким перемычкам можно обернуть вокруг любого сустава. Пользоваться им очень удобно благодаря его компактности. Магнитотерапевтический аппарат «Диамак» имеет 4 специально разработанные программы. Используется в реабилитационный период после инсультов, а также при таких заболеваниях, как остеохондроз шейного отдела позвоночника, мигрени различного типа. И дополнительная функция – профилактика болезни Паркинсона и расстройства сна. Аппаратом пользоваться легко и удобно. Нужно всего лишь надеть излучатель на голову, выбрать программу и нажать кнопку «Пуск». Купить «Алмак» и «Диамак» вы можете в магазинах. Линия здоровья, мир здоровья и красоты, кладовая здоровья. В аптеках «Карелфарм», «Фармакор», «Невис», «Социальная», «Будь здоров», теперь в аптеках «Сердце Карелии».